Российские военнослужащие проводят работы по поиску взрывоопасных предметов на окраине города Агдере, сообщает Минобороны России. Здесь во время боевых действий находились артиллерийские позиции. В настоящий момент местные жители опасаются проводить работы на близлежащих сельхозугодьях, пока не будет проведена полная очистка местности. В апреле-начале мая на территории района Агдере российскими саперами было обнаружено и обезврежено более 200 артиллерийских снарядов и взрывоопасных предметов. Всего с 23 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента очистили 2064 гектара территории, 632 километра дорог, проверено 1733 здания, в том числе 30 социально значимых объектов. Обнаружено и обезврежено 25 603 взрывоопасных предмета.